Привет, Артур. Игорь Яковлевич, добрый день. Рад вас видеть живым-здоровым в карантине. Спасибо. Не просто живым-здоровым, а прямо у рояля. Хочу выполнить очень почетную, радостную миссию от имени всех читателей звуковой дорожки Московского комсомольца, которые голосовали за номинантов нашей ежегодной премии The Day Awards. В новой в этом году, такой экспериментальной, я бы сказал, номинации кавер трибют года, победа отдана очень внушительным и впечатляющим числом голосов Димашу Кудайбергену, известному вам молодому исполнителю, за исполнение песни «Любовь, похожая на сон» знаменитой нетленки Аллы Пугачевой и композитора Игоря Яковлевича Крутого. Поздравляю вас, Игорь Яковлевич. Спасибо читателям, спасибо главному вашему редактору Павлу Николаевичу Гусеву, моему другу. Спасибо газете, спасибо тебе, Артур, спасибо всем. Игорь Яковлевич, я надеюсь, что вы передадите Димашу эту благую весть о победе в хит-параде звуковой дорожки, о премии The Day Awards. Я надеюсь, что это не последняя ваша с Димашем, и не только с Димашем, победа в наших хит-парадах. Я передам. Ну и раз вы сегодня ведете беседу с вашим лучшим собеседником в этом карантине, роялем, может быть, вы подарите нам какую-нибудь красивую мелодию, чтобы мы себя действительно почувствовали на большой, красивой и важной музыкальной премии. А, ты хочешь из существующих? Спасибо.